нам? Даже девушки нет? Чтобы не расслаблялся. Вопрос. Я сегодня приеду ради этого. Всем привет, друзья, с вами Андрей, и это канал «Футбол – это жизнь». Итак, это уже четвертый выпуск наших правдивых пенальти, и сегодня у меня в гостях Дмитрий Дроздов, спортивный обозреватель телеканала «Катунь 24», спортивный комментатор, получается, «Динамо» и футбольного клуба «Темп». Ну да. Вот, так что и сейчас... И хоккей. Что-то... Ну и баскетбол тогда тоже. Нет, баскетбол не мое. Ну, аккредитация же есть? А, ну аккредитация. Ну, это все. Вот. Так что сейчас мы пробьем с Димой серию пенальти и, может быть, позадаю Диме вопросы. Поехали. Давай. Первый ножницы или сразу? Давай, ножницы. А, ножницы же первые. Давай. Су-е-фа. Ты выбирай, типа, либо перебьешь, либо перестаешь. Встаю. Так, я теперь без полотенца, мне удобно. Первый вопрос. Ты много брал у людей интервью, у тебя есть там большой опыт? Небольшой. Против кого? Точнее, ну не против кого, у кого было труднее всего брать интервью? Вопрос. Сложнее всего. Ну, наверное, сложнее всего мне ездить на те съемки, на те интервью, когда тема касается политики. То есть я, ну, в политике я разбираюсь, но когда дело доходит до новостей, то это уже такое более серьезное русло, и поэтому там, чтобы задать вопрос, надо 15 раз подумать, чтобы спросить какого-то там депутата, либо что уж у губернатора какой-то определенный вопрос. То есть это все проходит 10 раз согласование со всеми подряд. И поэтому всегда, когда... Ну, я редко езжу на эти темы, но все равно, когда, не дай бог, это случается, то я прям волну. Поэтому для меня с любым политиком это самый сложный вопрос. Спасибо за ответ. Второй вопрос, более такой футбольный. Самый запоминающийся для тебя матч, который ты сам лично комментировал? Пока что. Ну, самый запоминающий матч это был хоккейный матч. Хоккейный турнир, Студент Хоккей Челлендж в прошлом году. Играли войска, была Россия, США. Сыграли студенты из России, Динамо Алтай студенты. И сборная Соединенных Штатов Америки, какой-то американский студент, американский университет. Вот, и там полные трибуны Титов Арен, все скандируют «Россия, Россия». Уже даже не было потом, что «Динамо», там все просто «Россия, США». Вот это был самый такой матч получился огненный, выезд «Россия, США». И по моментам, по игре, там, в первых секунд силовая борьба, сразу же начали биться. Настоящий, поэтому, да, Россия, США. Третий вопрос. Когда ты решил стать комментатором, так я смотрел «Закулисье комментаторов», ты говорил, что ты играл в ФУФУ, сам пробовал комментировать. Да. Вот. Но все-таки кто для тебя определенно был таким путеводителем комментаторского русла, благодаря кому ты посмотрел и после этого, может быть, так подумал, я хочу стать именно комментатором? Сагниенко. Владимир Сагниенко, определенно, я всегда это говорю. И... Тоже уже человек, который выбрал. Ну да, ну это гений. Ну да. Ну для кого-то может быть другой гуру комментаторства, да, а для меня лично Стагненко, как он постоянно отдается матчам, как он зажигает. Есть у него какая-то изюминка такая. Та же работа на России и Египте, когда наши вышли, он вроде сам лично включил музыку, потом ты просто космос стал. Да, да, да. Вот это было, я прям запомнил. Станислав Саламович, вы были, в общем-то, круты, и сами понимаете, что вы практически космос. Космос, Стас, ты просто космос, Стас, ты просто космос, Стас, ты просто космос, Стас.
Ну и после матча Россия-Испания, когда он с охрипшим голосом кричал, что мы прошли дальше. Это было великолепно. Так, четвертый вопрос. И вот последний. Но именно прям немножечко такой личный даже, наверное, но и каверный тоже. И нам, или там. Хорошо. Не, ну правда, вот если смотреть по руководству, там все такое по игрокам, все плюсы и минусы как бы сложить, то если я отвечу, я потом где-то в другом месте не буду комментировать, наверное. Нет, на самом деле оба футбольных клуба со своей, кто-то уже богатой историей, кто-то уже с начальной историей. У каждого, наверное, не было каких-то падений. Вот, у Динамо были падения. В чем-то я с ними согласен, в чем-то нет. С темпом. Не знаю, по темпу еще мало что можно сказать, чтобы команда была наперед. Вот, но благодаря задумке развития футбола, я думаю, что это кто-то благодарен. Хорошо. Так, мы с Димой замечательно провели время, пробили серию пенальти. Дима поотвечал на мои вопросы. И теперь традиционный, как бы, это вообще не входит. Ну, вопросы в эти. Назови трех людей, которых ты хотел видеть в моем ярдеровании. Своего рода интервью. Не обязательно относящихся к футболу, но просто, которые интересны людям, и ты понимал, что они могут, типа, пробить там серию пенальти, или кто-то я попробовал. Вот. Ну, давай попробуем. Есть один такой интересный человек, Кирилл Политов, пресс-секретарь Министерства спорта. Антон Киселев. Хорошо, чтобы не расслаблялся. И Андрей Поль. Нет? Да, нет. Можно снова опять пробить, да? Я тебе потом задаю вопрос. Ты возьмешь, если всем будет интересно, когда ведущий. Я задавал, ну, в первой части я с другом когда записывал, он мне задавал вопрос после каждого, если он мне так забивал. А. Кстати, наказание. Теперь тебе нужно придумать два наказания. Одно, которое, ну, за твои забитые пенальти, а второе за то, что ты забил пенальти. Окей. У тебя же девушки нет? Нет. Смотри, есть у нас много доставок всяких, там, роллы, суши, там, есть. Уменить доставку, если вдруг возьмет девушка, то просить ее знания и сделать так, чтобы она согласилась. Давай тогда про Бабича продолжим. У тебя плакат, да, будет? Бабич слушает, да? Так, а у тебя будет все время? Не надо было говорить. А потом, короче, ну, то есть вот этот Бабич случай, да, один плакат. И второй там либо ниже, либо потом. Я один только на этого человека уже стал нарисовать, типа, он вообще не успеет. Да там быстренько, просто, типа, за этот плакат он мне заплатил 500 рублей. Сзади написать на плакате? Да, 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 можно сзади плакат, чтобы раз переворачивать туда обратно. Все, хорошо, так. Спасибо большое, спасибо, что пришел. Обязательно подписывайтесь на Диму в Инстаграме, также на его YouTube-канал, ссылочка будет обязательно в описании. Также вы пишите в комментариях, кого вы хотите видеть в этой рубрике. С вами был Андрей, канал «Футбол от Ры». До новых встреч, друзья, всем пока!